Значит, Лужковец, значит, говорит, что занимается вандализмом имущества. Вот вы значит, они так и простыли, правильно, именно о проперти. Они занимаются вандализмом моего имущества, исключая семью, непрерывно расхищают, раздавливают, раздергивают, хватают за горло и шантажируют на бабки. Даже ходить, как в этом самом мегафонном кабинете, как, значит, Папа Римский, ездить по улице, что-то ебало, отсосало, иметь амуницию на 100 000 долларов. Пока в